Сейчас в городской коммунальной компании трудятся 82 человека. Это и те, кто вручную чистит остановки и подходы к пешеходным переходам, и водители. Около 20 единиц техники работает в две смены – с 8 утра до 5 вечера и с 9 вечера до 7 утра. В дневное время особенное внимание уделяется пешеходным переходам, тротуарам, аллеям. В ночное время это подсыпка, очистка дорог, чтобы не мешать автотранспорту. Ночью работает порядка 12-13 единиц, днем работает 7-8 единиц техники. Как говорят коммунальщики, именно от того, как они будут стараться сейчас, зависит успех работы зимой. Главное – не допустить образования так называемого эффекта стиральной доски. А для этого нужно своевременно не только чистить, но и посыпать дороги. Недавно для этих целей была приобретена дополнительная комбинированная дорожная машина. Сейчас городская коммунальная компания может похвастаться еще одной обновкой. На дорогах Нефтекамска теперь можно встретить небольшой грейдер. От другой техники он отличается своей маневренностью. А потому на него возложили задачу по очистке тротуаров и обочин. Пополняем автопарк. Приобрели грейдер. Небольшой маневренный для очистки как дорог. Но основное – это остановочные комплексы, чтобы можно могли подъезжать автобусы беспроблемно. Не обойти зимой и без тяжелой техники. Большие грейдеры пока приобрести не получается. В этом году, как и в прошлом, их будут брать в аренду у других предприятий города. Особое внимание пообещали уделить и очистке тротуаров. Уже сейчас по ним ездят не только тракторы, но и пескоразбрасыватель. Наталья Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей.